Здравствуйте, уважаемые союзники! Меня зовут Светлана Ладина. Сегодня программа «Архипастырь» записывается в кабинете у митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополитчьего округа, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви. Владыка, здравствуйте, благословите. Здравствуйте, Бог благословит, Бог помощь вам. Владыка, спасибо за ваше гостеприимство и за то, что согласились поговорить в эфире, ну, наверное, опять о самом насущном – Великий пост. Что главное, на что обратить внимание в первую очередь? Ну, надо, я думаю, что лучше, чтобы понять, что такое пост, надо вспомнить о том, что пост дан Богом еще в раю нашим прародителям Адаму и Еве. И Господь дал этот пост Адаму и Еве для того, чтобы через это воздержание от запрещенного плода, чтобы воспитывать в Адаме и Еве первых людей на земле, воспитывать в них послушание воли Божией, преданности Божией к Богу, любовь к Богу. И это хотел Господь увидеть в лице вот первых людей, чтобы они вот укрепились в жизни такой вот очень близкой, в своей близкой связи с Богом. И, конечно, Господь часто с ним беседовал, имел такие добрые взаимоотношения лицом к лицу, и они пользовались очень большим благоволением Божьим к себе, и Господь хотел через вот это послушание, через этот пост, через это воздержание, чтобы они еще больше укрепились вот в этой близости к Богу и чтили то, что им дано вот такое благо, что имею возможность быть с Богом и наслаждаться теми благами, которые Господь им наделял. Но, к сожалению, они нарушили пост, и Господь из-за нарушения поста то их изгнал из рая. И потому сейчас мы, вот, живущие здесь на земле, мы являемся изгнанниками из рая. И потому Господь наш Иисус Христос сошел с небес, воплотился от Духа Святой Марии Девы Человечества, обочеловечился, чтобы нас вновь возвратить в рай, дать нам вечную жизнь. Мы ее потеряли, нарушением заповеди Божией, а теперь Господь готов нас вновь принять. И вот Господь нам сказал, каким путем мы можем это сделать. Сам Господь Иисус Христос, воплотившийся, стал истинным человеком, истинным Богом человеком, и Он показал, каким образом нужно опять возвратиться в рай. И если посмотреть на Рождество Христово, то мы видим, что Он родился в ясли для скота. И тем самым он показал очень, очень большое смирение. Он не пришел на землю в славе, в чести, в каком-то таком великолепии. Он пришел очень просто. И этим самым Господь показал о том, что вы, люди, были изгнаны из рая из-за вашей гордости, из-за вашего непослушания, за ваше невоздержание. А вот возвращаться вы можете, и я хочу вам помочь, чтобы возвратиться в рай, только через смирение, через послушание воли Божией, через
воздержание и терпение. И он показал в течение всей своей земной жизни вот эти особенности своей любви к Богу и ближнему, и к всему роду человеческому. И, конечно, самой так кульминацией его такой добродетели, смирения, любви и милосердия к роду человеческому он показал на кресте. На кресте он взял грехи всего человечества, омыл своей кровью, умер и воскрес, и этим самым он дал нам вечную жизнь и призывает всех к этой вечной жизни. И поскольку пост имеет очень большое значение для человечества, потому что он дан нам Богом еще в раю, то мы видим, что сам Христос, когда пришел на землю, он тоже 40 дней и 40 ночей постился и молился. То есть опять он показал, что это очень важно. Это не надо. И мы должны это четко запомнить, что нарушение поста – это что? Это изгнание из рая. Исполнение поста мы можем возвращаться в рай. Поэтому мы постимся не потому, что похудеть или там что-то такое сделать, но с той целью, чтобы получить от Бога благоволение Божие, чтобы видя, что мы вот жертвуем собой в течение поста и хотим исполнить Его святую волю. Вот в раю они не были грешными, они были чистыми, святыми. И вот Господь дал им вот эту заповедь о посте, чтобы, как я уже сказал, чтобы они показали, утвердились в любви к Богу, утвердились в любви к Богу и преданности Богу, утвердились в послушании воли Божией. И сейчас вот мы, кроме того, что мы должны поститься для того, чтобы показать свою любовь к Богу и послушание воли Божией, и преданности к Нему, а еще тут еще другая сторона вопроса, что у нас грехи есть. Мы люди, наша природа испорчена грехом, грехопадение наших прародителей. Ее надо исправить. И вот Христос, Спаситель, так и говорил, возможно, это постом и молитвой. Тут уже есть другая сторона. Значит, не только поститься, потому что я должен исполнить волю Божию, а нужно поститься для того, чтобы меня Господь через пост и молитву очистил мою душу от моей греховности и дал мне через очищение от грехов дал вечную радость, вечную жизнь. То есть очищение нашей души – это что? Это значит, что мы становимся лучшими. То есть мы грех – это зло. А когда очищается это зло греховное, тогда мы становимся добрее, милосерднее, любвеобильнее, кроткими, старательными, трудолюбивыми, отзывчивыми и так далее. Доброта. Вот что значит вот это пост. Значит, в течение поста нам нужно постом и молитвой искоренять из себя еще свои страсти, свои привязанности, греховные навыки. Все это надо очищать. И если мы это видим, и мы думаем, что нужно избавиться, но в то же время мы понимаем, что не можем это сделать. Я вижу свои слабости, а как их с ними, то я не знаю. Но поэтому мы должны понимать, что поэтому Христос и пришел на землю, зная, что мы не можем очищать свою душу, то Он пришел, чтобы помочь нам очищать душу. Вот должно быть наше произволение, наше старание, наша ревность, а к этому присоединиться к той всемогущей силе Божией, очищающей, освящающей и просвещающей нашу душу и наше тело. Поэтому вот такой подвиг и молитвы, и воздержания, и труда, и призывание к помощи Божией, чтобы Господь совершил дело нашего очищения и освящения.
и изменение нашей жизни к лучшему. Он может это сделать. Вот я могу только единственное, что желать, хотеть, идти, делать в мере своей силы. А там дальше уже, чтобы Господь сопутствовал моему тому, этому делу. Тогда получится, что этот пост будет для нас спасительным, очистительным, святым и с хорошими результатами. Вот такое. Когда вот такое есть понятие о том, что я пощусь не потому, что, как я уже сказал, не то, что там нужно немножко похудеть, или там еще что-то нужно как-то себя поправить. Да, конечно, пост имеет и значение и как бы медицинское, то есть он помогает и в выздоровлении наших болезней, даже бывает так. Но, конечно, если мы вот таким образом, с чувством покаяния, сознанием своей греховности, желанием исправиться, то Господь очищает нашу душу, прощает наши грехи, то значит, поскольку мы знаем, что Господь сказал, что причина наших болезней – это наши грехи, то, естественно, постом, молитвой, очищая нашу душу, мы исцеляем свои болезни телесные и душевные. Вот все тут очень взаимосвязано, очень тесно. Поэтому этот пост имеет очень большое значение для нас, если мы серьезно и правильно к нему отнесемся, чтобы понимать, почему мы постим, не просто так взял да попостился. Поэтому у нас есть, видите, люди воздерживаются, некоторые очень строго даже, но имеют в виду, что я это делаю с той целью, чтобы Господь, видя вот мое такое произволение, помог мне очиститься от моих грехов. Он должен это делать. И он может только делать, я сам не могу. Вот. И тогда, конечно, Господь нам содействует. Мы же каемся, мы же просим прощения. И вот у нас не случайно есть такой канон покаянный Андрея Крицкого, который мы будем читать первую седмицу Великого Поста, 4 дня, а потом еще на 5-й седмице еще и полностью мы будем то же самое повторять будем. Это тоже вот этими словами мы каемся и сознаем, что мы тоже виноваты в тем или иных грехах и просим у Бога очищения, прощения. Наложи, Господи, пластырь Твой духовный, чтобы мои раны телесные и душевные и омыть, очистить, освятить и их исправить. Вот что мы будем просить в покаянном каноне. И, конечно, Господь по своему милосердию, видя наше покаяние, видя наше сознание, то Он обязательно освящит это чудо нашего очищения, потому что Он сказал, я пришел на землю не праведников спасать, а грешников. Вот если я грешник, то я к нему говорю, Господи, есть у меня грехи, помоги мне исправиться. Я чувствую мои болезни от этих грехов, то, Господи, Ты пришел на землю не здоровых исцелять, а больным. Вот я тоже. Вот когда у нас есть сознание своей болезни, своей греховности и своей немощи, что я не могу ничего с собой делать, только Он может, то я к Нему обращаюсь, и таким образом, через мой пост, через мои молитвы, через мое покаяние, через мое сознание, Господь совершает вот такое тайнодейственное действие, которое совершается в храме Божьем, через молитвы церковные, через домашние молитвы, через таинство исповеди, покаяния, мы идем на исповедь, каемся перед Богом. Словами вот этими канонов, не только преподобного Андрея Крицкого, который будет читаться в 1-й седмице и 5-й седмице Великого Поста, но вот во время богослужения еще и другие каноны есть, которые мы каждый раз читаем, и тоже они исполнены таким духом покаяния. И мы, слушая этими словами, тоже каемся, этими словами тоже обращаемся к Богу с просьбой о очищении. И идем на исповедь, которую уже сами знаем, сами
мы сами же знаем себя, Господь нас открывает, потому что вот в молитве преподобного Ефрема Сирина мы как раз говорим: «Господи, дай мне видеть мои грехи и не осуждать брата моего». И вот если я вижу своих грехов, то иду на исповедь, их исповедую, чтобы Господь их очистил, простил. Вот какие такой постоянный такой подвиг и молитв, и поста. Я говорю: «Просим, Господи, дай нам смирение в эту болезнь, дай мне смирение, дай мне терпение». Да все мы просим от Бога. И Господь дает. Да, и, конечно, когда, где и в каком таких случаях испытывается наше смирение, что мы получаем от Бога смирение. Это когда-то у нас какие-то есть трудности, скорби, болезни, когда есть какие-то испытания, встречи с человеком, такой, может быть, гневливый, раздражительный, и мы должны проявить в таком случае свое смирение. И проявить это смирение, которое дает нам Господь. И просим: «Господи, дай мне, чтобы я мог смиренно перенести вот этих ситуаций, которые складываются в моей жизни, встречаясь с тем или иным человеком, который, ну, еще не достиг какого-то уровня духовной жизни, но вот меня он побуждает к тому, чтобы я и смирился, и претерпел, и снисходил к его немощи, и помог даже, может быть, своим смирением его как-то тоже настроить на такой путь духовной жизни». Вот и наша постоянная такая работа над собой, и молитва, и терпение, и смирение, и послушание. Все мы должны в этих дни и Великого Поста проявить себя. Особенно, конечно, Господь, поскольку мы обращаемся к Богу за милостью, чтобы Он помиловал нас, меня, чтобы простил меня, то тогда что мы должны делать? Тоже за дела милосердия. Вот в эти дни Великого Поста мы должны как можно больше делать дела милосердия, помогать ближнему, находящемуся в бедах, в скорбях, в болезнях, трудностях. Сейчас очень много людей есть прикованных к постели, нуждаются в нашей помощи. Человек не может ничего себе помочь, а нужно наше хотя бы доброе слово, если мы не можем что-то посущественнее помочь человеку, но хотя бы навестить и помочь. Ведь вот в этой неделе перед Великим постом, это неделя о страшном суде. И в этой неделе мы слышали евангельское повествование о том, как Господь будет судить нас на страшном суде. И он говорит: «Алкал я, жаждал, был в темнице, был в больнице, посетили меня, накормили меня, одели меня». Вот что мы должны делать, особенно сейчас Великим постом. Мы всегда должны делать и так. Но Великим постом мы должны особо проявлять особое милосердие к ближним. И это есть наш пост, такой практический пост. Не такой поверхностный, а практический, когда мы... Когда мы делаем вот такие добрые дела, там много искушений, много испытаний. Вот как раз тут и надо и провести свои смирения, и кротость, и терпение, и снисхождение. Все надо, родители, можно здесь проявить и попросить у Бога помощи, чтобы еще больше Господь дал нам и терпение, и смирение, чтобы мог бы сделать эти добрые дела благодушно, добродушно, любвеобильно, без смущения, без недовольства, без ропота, без осуждения. Вот эти страсти наши, недовольство, ропот, осуждение – это наша реальная жизнь сегодняшнего дня. И мы даже не замечаем, что мы делаем. А вот как раз этим Великим постом нужно обратить внимание на свой ропот, на свое недовольство, на свои осуждения. Мы с полоборота включаемся и сразу начинаем человека осуждать, даже не зная, что там, как там. Только у нас очень легко идет это. Все наши вот диалоги, встречи друг с другом основаны только на осуждении. Это уж
наши самые легко нам даются. А чтобы оправдать, чтобы как-то понять человека, чтобы не осудить, вот это нам нужно потрудиться, постараться. Мы уже видим, что значит осуждать, что значит недовольствовать, что значит роптать. Недовольство, ропот разрушает наш душевный покой, мир свой в душе разрушает. Разрушается мир в семье, разрушает мир в окружающем нашем обществе. И даже, может быть, разрушает целое государство. Вот революция 17-го года в России, что было? Это недовольство, ропот, плохо. Плохой царь, плохая царская власть, плохие там, все плохие. Плохо живем. Ну, вот получилось так, что потеряли то, что имели, а сейчас уже прошло 100 с чем-то лет после революции, и мы еще не достигли того уровня жизни, который был до революции в простом народе. Вот что мы, что значит недовольство. То есть можно разрушить, а созидать это не так все легко. И, ну, по-евангельски, так если кратко сказать, тот, кто недоволен, тот, кто ропщет и недоволен, то тому тот потеряет то, что он имеет. А тот, кто доволен тем, что имеет, он получается больше, чем он имеет. Вот простое евангельское слово, которое, ну, наверное, можно принести вот из Евангелия вот эти притчи, которые Господь им указывает. Вот там вот так, можно сказать, недоволен тем, что есть, потеряешь то, что имеешь. Будешь доволен и тем, что имеешь, получит больше, чем ты имеешь. Вот весь это. Вот так у нас и получилось, что недовольны были, что имели, а вот до революции 17-го года, потерять то, что имели, что сейчас, насколько у нас трудности есть. Ну и, конечно, вот эти недовольства, ропот, это что? Это приносит злобы, ненависть, уже приводит к столкновениям, домашним столкновениям, к между людьми в обществе, а так даже доходит до столкновений военными. Вот до чего, что такое недовольство, ропот и осуждение. Эти грехи, они очень тяжелые, они очень имеют разрушительную силу. Поэтому нам, вот, Великим постом, нужно стараться приобрести мир в душе, избавиться от этих недовольств, от ропота, быть довольным тем, что есть, чтобы не потерять еще то, что у нас есть. Потому что мы видим, что мы очень много теряем. И потом локти кусаем, говорят, что вот я же вроде бы раньше было лучше, сейчас все хуже и хуже. Вот. Мы должны вот этим удовольствием, чем что есть, а Господь даст то, что хотелось бы иметь в будущем. Доброе, хорошее. А надо созидать это добро. Вот поэтому вот с чем мы должны заниматься вот этим отрезком времени, который дал нам Господь в эти дни Великого Поста, чтобы создать в себе мир, в своей душе мир, в окружающем себе людьми. Конечно, в первую очередь в семье мир создать, а потом в обществе, в государстве, и распространить этот мир по всему миру. Как преподобный Серафим Саровский говорит, что стяжи дух мирный, вокруг тебя тысячи спасутся. Вот есть возможность нам, чтобы остановить все вот эти очаги военные вот нашим миром, душевным миром. Добротой своей, любовью друг друга. А надо распространиться повсюду. Где есть доброта, там есть благодать Божия.
А где есть благодать, тот Господь – та сила, которая укрощает все страсти человеческие и воздворяется мир на земле. Что причина всяких этих раздоров – это наше недовольство, ропот, осуждение. Грехи, то есть. А эти грехи удаляют нас от Бога. А если мы удаляем от Бога, мы теряем благодать, силу Божию. И мы остаемся без той помощи Божией, которая нам бы очень нужна. То, как в народе говорят, без Бога не до порога. Мы должны не, постараться не потерять Бога, а быть рядом с Богом, близок к Богу, осоединиться с Богом. А для этого все есть. У нас есть таинство церковное, есть церковь, Богом сданную, Богом установленную. И там есть все таинства церковные, которые способствуют нашему единению со Христом, с Богом. Всемогущая сила Божия, которая может нам совершить чудо, которое мы даже не предполагаем. Но нужно, чтобы быть близок к Богу. Близок к Богу будем, ближе будем друг к другу. Будем ближе друг к другу и будем ссориться. Не будет разделения, будет только единство. Вот. Поэтому вот очень казалось просто, но надо нам это все осознать, глубоко понять и делать, конечно. Что мы сейчас, я вот уже говорил один раз, что мы все знаем, о чем хорошо. И, вот, слава Богу, есть телеканал «Союз» и другие, еще и другой канал «Спас». И люди все слышат, видят, но мало делают. Надо, чтобы не только слушать, видеть и соглашаться, что да, вот так надо. Надо взяться и как бы засучить рукава и делать. Если мы будем делать, тогда получим от Бога большое милосердие, большую помощь, большую поддержку и во всем. И мы победим зло. Мы то ссоримся, то недовольствуем, в общем, желаем зла человеку и делаем какие-то злые дела. Это все это война, духовная война, которая потом превращается в такие страшные войны, как уже. Но чего? Вот отсюда начинается все. Поэтому нам нужно эту войну нашу духовную ее победить, исключить из нашей жизни как можно меньше было тогда. Водворится доброта, доброделание, добрые поступки, взаимопомощь. Нравственная жизнь, духовная жизнь, конечно, это все приведет нас к миру, к умиротворению всех наших страстей, которые вот сейчас бушуют и очень много зла приносят всем людям. Владыка, молитвенные, богослужебные особенности Великого Поста, ну вот это именно тот пост, когда есть молитвы, читаемые, в этот период, Великий Покаянный Канон, о котором вы уже сказали. Божественная литургия идет особым чином. Молитва Ефрема Сирина. У Авы Дорофея, по-моему, есть такая мысль, что когда мы просим «Господи, дай мне смирение», это надо иметь в виду, что ты просишь Господа послать кого-нибудь, чтобы он тебя оскорбил. Ну и вот такая тренировка будет. И, честно говоря, порой бывает боязно это читать, потому что не очень хочется встречаться с тем, кто тебя оскорбит. Но дело в том, что не то, что мы в этой жизни хотим мы или не хотим, но мы встречаемся с такими ситуациями, которые кто-то и оскорбит, кто-то там унизит, кто-то там обманет, кто-то там тебе что-нибудь сделает неприятное. Но мы молимся словами Ефрема Сирина о том, чтобы вот в таких случаях Господь дал нам силу победить вот это зло, которое на нас наводится, или мы встречаемся с этим злом. И вот смысл этой молитвы. Мы не просим, чтобы дать нам скорби, а мы молим Бога, даже дать силы, чтобы эти скорби их преодолеть благодушно, великодушно, спокойно, мирно, дружно даже и со смирением, так смиренно переносить. Вот суть
мне кажется, вот этой молитвы, которую мы просим, дай мне смирение. Дай мне смирение, чтобы... Дай мне силу для того, чтобы смиренно приносить эти тяготы, которые, да, они встречаются, все равно встречаются у нас. Мы, ведь очень важно, что в нашей православной церкви, в вере, в благочестии, в нашей аскетике православной есть очень много таких советов, как можно пройти все трудности этой жизни. Оскорбление, унижение, недовольство, ропот, осуждение со стороны ближнего. И если мы бы научились по совету святых отцов, как это нужно преодолевать, то нам очень легко будет это делать. А притом это и советы наших отцов, которые прошли этот путь. А еще есть, к тому же, к этим советам есть благодать Божия, который помогает нам пройти, потому что поэтому мы и воздержанием, и пост, и молитва, и советы наших практиков, святые отцы – это практики духовной жизни. Как они это проходили? Что они думали в своей голове, когда кто-то их обижал, и кто-то их там оскорблял, и когда их там делали какие-то неприятности? То он умел их переносить правильно, мыслями, чувствами, желаниями и так далее. И он не озлоблялся, а мы знаем, есть такое слово, в Священном Писании очень много таких моментов, но вот в Западе блаженство, последний Запад тоже говорится, блаженный, кто вас поносит, унижает, оскорбляет, блажен тот, радуйтесь и веселитесь, потому что велика награда на небе. Вот если мы бы жили с такой мыслью о том, что я живу, чтобы получить награду на небе, Царство Небесное получить, то у меня бы даже появилось желание, чтобы меня кто-то даже и оскорблял. Потому что я хочу, чтобы я не виноват, но пускай оскорбляют. Это я знаю, что через это оскорбление я терпеливо и благодушно, если перенесу, то это мне награда на небе. Вот человек, если хочет получить награду, хочет получить Царство Божие. Ведь вот все эти наши мученики первого века и даже вот 20 века, почему они шли на мучение спокойно? Потому что они знали, что через это мучение, краткое, они получат вечную жизнь. И они как бы отрекались от всех там предложений, что вот если ты от Бога отрешёшься, то у тебя дадим богатство, дадим славу, честь, хорошую работу, и будешь жить очень хорошо здесь. Она говорит, не надо. Я лучше потерплю, но знаю, там получу. Вот когда вот так человек настроен, тогда вот эти скорби и беды, они становятся легкими и удобоносимыми. Потому что там Христос. Он сам потерпел вот это. Он прошел этот путь. Он знает. Он сам был искушаемый и может помочь нам, которые мы тоже искушаемся вот этими ситуациями, которые встречаются в жизни всегда. Но я говорю, что еще раз как бы повторюсь, то, что в нашей церкви, в нашей вере, в нашей аскетике есть очень много средств, очень много советов, как эти трудности переносить. И чтобы эти трудности были легкими и удобоносимы. Так сказал Христос. Придите ко мне, все труждающиеся обременения, я вас успокою. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. И обрежьте покой душам вашим. Иго во мне благо, и бремя легко есть. Вот все сказано. Очень легко. То есть, когда мы научимся на примере Христа Спасителя кротости и смирения, то бремя, то есть трудности, скорби, которые бы мы не будем их бояться их. Они для нас очень легкие будут, удобоносимые. И не будем говорить, что ой, не буду молиться, чтобы мне смирение дал Господь, потому что значит даст мне какие-то скорби, какие-то неприятности. А человек идет спокойно к этим неприятностям. Он может их преодолеть спокойно, без каких-то ущерба своей. Своего здоровья, духовного и телесного. Потому что это
Это, а смирение – это победа над злом. Господь победил зло только смирением. Ведь Он пришел на землю, победил не оружием, не каким-то там какой-то силой какой-то особой, смирением. Сила смирения. Вот и если мы научимся, вот как Он у нас говорит, я говорю, аз кроток и смирен сердцем, научитесь от меня. Вот научимся быть кротким и смиренным, никаких проблем не будет. У нас все будет хорошо. Вот мы видим вот наших вот новомучеников, исповедников, вот, вот 100 лет назад. Так они вот, рассказывают, вот, даже взять Иоанна Крещенкина, вот такого подвижника. Правда, он не причислен к лику святых пока, но он говорит, что в самые счастливые годы в тюрьме у меня было. Я там видел Бога, я чувствовал Бога, рядом с ним Бог был. Он мне помогал, мне ничего не... Мне очень хорошо было. Ну, понимаете, в скоробяках, там издевались, унивали, там на нарах лежали, там ужасная ситуация. Он говорит, так хорошо было там. Самое счастливое время. Вот потому, потому что смирение, кротость, смирение и вера в Бога. А Бог рядом, он там все. И мне на душе спокойно, мир. Со всеми ладил, со всеми вот эти все эти жестокие люди, которые их унижают, скорбят, вот с ним к ним относились очень, с большой любовью. Посмотри на нашего царя, императора Николая II. К нему представляли самых злых таких солдат, охраны, которые, чтобы досадили вот так до глубины души. А он спокойно переносил их благодушно, великодушно, спокойно, так с благородством таким. И они ничего не могли сделать с ним. И они сами умягчались, и они даже не хотели, не могли уже ему делать никакой пакости. Ничего не могли делать. И потом меняли другую охрану, еще злее. И они и эти тоже умягчались. Вот что значит смирение. Сила. Смирение очень века. И поэтому вот мы так говорим, что как таким образом император стал святым, и за что его причислили к святых, вот его смирение. Это сила, большая сила. Это не так легко человеку, находящемуся на такой высоте своего положения, такого славы и чести, и потом все это потерять. Это не каждый может это устоять. А он спокойно, он понял, почему, за что, как, и благодарил Бога за все. И просил Бога помощи, чтобы вытерпеть все это до конца. Вот такое благодушие, что значит смирение. Сила Божия. Поэтому вот нам в течение вот этого предстоящего поста нам необходимо именно вот в этом больше всего постараться приобретать с Божьей помощью и обогатиться вот этими добродетелями мира, согласия, любви, уважения друг к другу, смирения, кротости, воздержания. Вот эти добродетели являются теми, которые могут разрушить всякого зла, которого есть нет на этой земле. Потому что этими добродетелями мы видим, сам Христос победил зло, мировое зло, мирового дьявола, который восстал под него. И он, вот смотрите как. Поэтому, а мы имеем такого помощника в лице Иисуса Христа, который непобедим. И он может победить наши немощи, наши слабости, наши трудности, которые у нас есть, и помогать нам во всем. Вот надо понять, что только с ним. Больше. Без него ничего не можем делать. А с ним все можем. Все могу у укрепляющего меня Иисусе. Есть такие слова в Священном Писании у апостолов. Все могу у укрепляющего меня Иисусе. И вот молитва Великого Поста как одно из средств поддержания этой связи с Богом. Ну, потому что
в суете теряется молитва, теряется вот это вот «Господи, помилуй», которое может быть таким прямо сильным в моменты каких-то опасностей, искушений, но потом так сходить на нет, и опять вот Господь-то рядом, но мы уже отдалились. Я просто вот в эти дни разговаривала с разными людьми, но одна и та же мысль, как мы все боимся Великого Поста, что вот он начнется, что мы опять не справимся, опять окажемся недостойны, опять дадим слабину, опять расхолодимся, опять потеряем эту ревность, которая была в начале. А когда он закончится, мы скажем, как быстро он пролетел, опять ничего не получилось. Но в то же время мы получаем вот это воодушевление. Ну, видите, молитва – это есть обращение, наше обращение к Богу. А Бог есть свет. Бог есть благодать, которая проявляется и светом, и миром, и всякими другими добродетелями, которые наша душа окутывается этими дарами Божьими. И, конечно, главное это, что воскресение нашей души. Очищение на души – это и есть наше воскресение. Наше воскресение от греховного пути, от греховной жизни, от всего, и еще надежда на получение вечной радости со Христом, вечной жизни. Это вот подвиг Великого Поста, это труд наш для того, чтобы получить вечность, блаженную вечность. Поэтому, когда мы так, с таким настроем, с таким поимыслием, то, конечно, легко переносить все эти трудности. Это казалось трудности этого поста. Потому что мы знаем, что он для нас, какое значение он для нас имеет. Поэтому нам становится очень легко. И поэтому он проходит очень быстро и незаметно. И даже скажу, ну, вроде бы я еще и не начал по-настоящему поститься, но уже заканчивается. А хотелось бы еще. Такая вот бывает у нас. Состояние души. Владык, а литургия прежде священных даров, которые совершаются Великим Постом. Вот нередко священники советуют прямо выбрать будний день, когда слушается такая литургия, может быть, взять отгул, может быть, там отпроситься с работы, но побывать на ней. Вот в чем вы видите красоту этого богослужения, вот необходимость именно присутствовать на этой службе постовой? Ну, это богослужение, оно дано нам как подкрепление наших сил душевных, телесных, чтобы и это уже таинство преосуществления тела и крови Христова совершилось, оно уже присутствует, сам Христос уже в этом таинстве, в храме Божьем. И, конечно, когда между нами находится сам Господь, вот в этих таинствах тела и крови Христовы, то это особая благодать Божия нас посещает, и мы находимся в этом свете неприступном, свете божественном, и поэтому эта литургия, она очень, очень благодатная, очень, она быстрая, легко проходит, но тоже очень благодатная, потому что вот нам уже все, уже таинство совершилось. И здесь он стоит перед нами, Господь Иисус Христос в этих таинствах. И он с нами. И мы только молимся и черпаем от него силы, помощь, выступление. И, конечно, нам легче и молиться, потому что с нами Христос, Бог здесь. И вот эти молитвословия, которые читаются и поются во время этой литургии, прежде всего священной, то эти молитвословия очень духовные, очень трогательные. И они очень благотворно влияют на наше и сознание, нашу душу, очищающую нашу душу и сердце. Поэтому, конечно, вот эта литургия очень важна, чтобы мы ее имели хотя бы
хотя бы несколько раз Великим постом, потому что она очень благодатная. И такая литургия, она благодатная тоже. Но и здесь тоже мы можем почувствовать такое особое благоволение Божие, которое нас окружает. Еще одна особенность Великого поста – принято читать псалтирь. Ну, псалмы царя Давида, они пронизывают и апостольские послания, и многие строки используются в богослужениях. Но вот интересно, что если есть псалмы, которые можно в полной мере к себе отнести, то есть и псалмы, которые христианину, может быть, сложно так вот понять и сказать от своего лица, потому что там есть о победе над врагами, даже об уничтожении врагов, просьбы, о возвеличивании каком-то, да, себя. Как правильно читать псалмы в таком случае, если они касаются, ну, царя Давида все-таки была и военная жизнь, и его правление было исполнено испытаний, и с семьей тоже он переносил многие-многие скорби, и все это выражено в этих песнях. И не всегда можешь это отнести к себе. Стоишь, читаешь, и как, ну, правильно читать? Понимаете, мы, когда мы читаем псалтырь, мы имеем в виду, что мы возвеличим силу Божью, крепость Божью. Мы прославляем Бога во всех, в том, что Он помогает, и мы просим, а в том, что Он помогал кому-то когда-то и сокрушал, может быть, каких-то врагов, которые досаждали сильно, людей, которые нуждались в какой-то особой помощи Божией. Мы вот в этом восхищаемся Его силе, всемогуществу Божию, что есть там такие моменты, слова, где что моментально все было разрушено, уничтожено, то зло, которое нападало на людей, которые Бога чтили и Бога исповедовали. И Господь там и говорит о том часто, что люди мои, будьте со мной рядом, я вас защищу от всех беды, напасти. Удалитесь от меня, вы получите очень много неприятностей от врагов видимых и невидимых. Вот и такие моменты есть. Так что там вся наша жизнь есть. Но в основном мы должны посмотреть с точки зрения того, что какое действие Божьей силы, Божьей благодати над человечеством, над человеком. И мы прославляем его всемогущество. Потому что он все может сделать. Поэтому мы восхваляем и возвеличиваем Бога. А это, конечно, очень, очень для нас хорошо, потому что мы прославляем Бога, Господь посещает нас своей милости, своей благодати, своей силы. Владыка, исполняется 225 лет со дня рождения архиепископа Сафонии Сокольского, первого архиерея Туркестанской и Ташкентской епархии, образованный, ну, более 150 лет назад. Насколько я помню, владыка Сафония уже сюда приехал, будучи в летах преклонных, и вот эти обширнейшие территории, которые он должен был духовно окормлять, церковную жизнь, в которых должен был выстроить, ну, приняли его. Вот если можно об этом подвижнике, да, мы и об этих событиях. Мы очень с таким признанием, с таким благоговением относимся к первому нашему епископу Сафонии, который был здесь, назначен здесь первым епископом ташкентским и туркестанским. И действительно, как вы сказали, он уже за 70 было лет, но очень много потрудился, он много ездил по просторам нынешнего Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Везде он был, бывал. И, конечно, и удивляешься, что тогда не было самолетов, не было поездов, не было таких дорог. Там все только вот
на лошадях или там еще на других средствах передвижения, но не было таких комфортабельных, как сейчас. Сейчас мы можем за какие-то часы попасть и в Казахстан, и в Туркменистан, и в Таджикистан. Но тогда надо очень много путешествовать. И потом дороги были очень тяжелые. Но он преодолевал все эти трудности и посещал и Ташкент, и Казахстан в Алмате. В Алмате там не верный был этот город. Вот. И действительно он снискал очень большую любовь к народу. Притом народа местного, мусульманского народа. Его очень любили. Потому что он знал язык персидский, знал хорошо мусульманство, Коран знал. Он мог с ними говорить на одном языке. И все это он, свет знаний, не с целью, чтобы обращать мусульман в сторону православия. Оно с почтением, с уважением относился к их вере. И они это почувствовали, что он пришел не для того, чтобы там их поработить или там угнетать, или там строго сказать, что вот пришла новая власть, и мы будем тут свою власть насаждать. Нет. Он и старался, чтобы почтить и уважить все традиции народа местного и почтить их и веру, и их традиции. И не было никаких противоречий. И даже император того времени, он тоже давал такие указы о том, чтобы не порабощать народ, не наводить какие-то напряженности среди местного населения. Поэтому император даже напечатал очень большое количество книг, это Корана, священная книга для мусульман, и он бесплатно раздавал по всей территории. Строил мечети, реставрировал вот эти древние мечети. Поэтому власти Российской империи, она старалась почтительно относиться ко всем жителям вот этого всего региона Средней Азии, Центральной Азии. Вот. И поэтому не было такого, чтобы православная церковь, русская православная церковь здесь занималась прозелитизмом или там миссионерством таким. Очень, очень даже запрещалось. Тогда казалось бы, что православная страна, она запрещала обращать людей из мусульманства в православие. Православие говорит, нельзя, потому что нам нужно, чтобы люди жили мирно, спокойно, и не было напряженности, что вот там пришли русские и начнут их там обращать в православие и уничтожать мусульманство. Такого не было. И потому и мы живем уже 150 лет вместе здесь, и у нас не было никогда никаких таких напряженностей, которые бы раздоры такие между нациями, народностями, между религиозными конфессиями, особенно мусульманство и православие. У нас всегда было дружно. Даже мусульмане помогали нам строить храмы. Понимаете, какая-то дружба была. И мусульмане говорили, мы строим православные мечети. Вот так они говорили. Вот, надо помочь людям. Вот такие добродушные народ здесь находятся. И они с такое уважение. Вот такое, нашлось такое уважение друг к другу. Они уважали нас, православных. Мы, православные, уважали их. И у нас никаких не было таких вот что зацепиться, чтобы нас разделить или там раздоры. Там. И вот поэтому вот, и мы это видим до сегодняшнего дня. Вот народ местный, мусульманский народ, он очень добродушный, любвеобильный,
такой с большим уважением к православным, ну, ко всем, которые здесь живут. И благодаря такое качество души местного населения и создалась такая атмосфера дружбы и добра, мира и согласия, любви и уважения. И это для нас большая ценность, которая проходит из глубь веков. Понимаете, уже сколько времени идет. И слава Богу, что и сейчас президент Республики Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев тоже очень бережно относится вот ко всем религиозным конфессиям, ко всем национальностям, которые есть, всячески помогает и поддерживает, и чтобы он всегда просит, чтобы мы жили дружно, мирно. Потому что где есть мир, согласие, любовь, уважение, там есть развитие, есть перспектива на будущее. Когда тут разделение, тут вот эти разборки, они всегда мешают развитию. И действительно сейчас Узбекистан очень развивается во всех сферах жизни. Он пошел на подъем по всех направлениям, потому что есть мир, есть согласие, есть добрые отношения со всеми живущими в Узбекистане. И это видно сразу, как только приходит кто-нибудь из России или из других стран мира, видит замечает эту доброту. Везде, где бы ни были, народ очень такой благочестив, так любвеобиден, радостный, такой приветливый, гостеприимным, милосердным. Так что сейчас тоже идет месяц Рамазан, тоже у них пост идет. Так у них принято такое, что в эти дни нужно делать как можно больше милосердия. Они прямо ищут, кому чем помочь. Иногда бывает, приходит ко мне здесь одна женщина, и она говорит: знаете, сейчас у нас месяц Рамазан, нужно делать милосердие. Вы знаете, там на улице лежит одна женщина, мне жалко, помогите ей, чтобы ее как-то устроить. Ведь она сама не может, но хотим, чтобы мы сами туда пошли, чем-то помогли. То есть она сама хочет делать милосердие и нас заставляет делать милосердие. Такие интересные такие люди. Потому что такая вера у них. Вера. Они живут по вере. Надо делать добро. Надо делать дела милосердия. Слава Богу, мы не конфликтуем, потому что у нас есть очень много таких точек соприкосновения. Мы говорим о милосердии, о добрых делах, они говорят об этом же. Мы помогаем, и они тоже помогают. Тут ничего, что тут ссориться, когда мы одно и то же доброе дело и делаем. Поэтому слава Богу, что в Узбекистане у нас такая атмосфера добра, мира, согласия, любви, уважения друг к другу. И дай Бог, чтобы это всегда было. И никакие силы не смогли сломить нашу твердыню мира и согласия между людьми, живущими в Узбекистане. Владыка, как живой пример, как иллюстрация ваших слов, вы сегодня совершали божественную литургию в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы в городе Дустабад, город дружбы, так правильно переводится, да? И там ведь удивительная история постройки этого храма. Да. Действительно, история, хотя она и не входит в клуб времен, действительно можно порадоваться, что этот монастырь строился стараниями матушки игумени Манефы. К сожалению, она же почила, но ее труды остались у нас, и мы пользуемся ее трудами. Она много собирала милостыни везде, и здесь по городу, в разных этих рынках она ходила, еще сестры. В России ездили везде. И по крупицам собирали средства для того, чтобы строить храм, строить монастырь, корпуса. И такими трудами они построили такой большой вечный собор. Не корпуса для того, чтобы
сестры могли жить. У них есть и свое хозяйство, где они трудятся, выращивают разные культуры и имеют скот свой, где тоже за ними ухаживают. Поэтому вот такое создалось очень хорошее, дружное сестричество в монастыре, где они дружно, с любовью несут свое послушание и помогают друг другу, и, конечно, всем, кто к ним приезжает. И что еще очень важно, что этот монастырь обратил внимание наш президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович Мирзиёев, что он расписал этот собор, храм большой, ну, название собор, потому что он большой, как он собор. Прекрасный, он просто... Да, и вот украсил, президент украсил этот собор, этот храм прекрасной росписью. Вот весь храм расписан. По полы, там все сделал, крышу поменял, там корпуса отремонтировал, благоустройство сделал. Очень так мы с благодарностью всегда вспоминаем о помощи президента Республики Узбекистан в этом монастырю, который так благоукрасился и расцвел, что ли, можно сказать, как какой-то благоухающий цветок. Ну и, конечно, еще президент восстановил и в Черчике вот монастырь, этот Троицкий Георгиевский монастырь тоже восстановил и храм, и часовню, и корпуса построил. Так что мы очень благодарны за такую милость, за такое доброе отношение. Вот это показатель, что и власть прилежащая, и простые люди живут в мире с властью, друг другу помогают, поддерживают. И нет вот разделений, раздоров, ссор и какие-то там гнева, обиды и так далее. Все очень дружно, добродушно и очень приятно, что и года два назад, по-моему, да, был основан праздник дружбы народов президент, и многим он ордена, медали дал, и мне удостоил такой чести, и многим другим наших и священников, и мирян. Так что вот такая вот, сказать, можно, дружная семья у нас, слава Богу, создалась. Ну что, все сверху до низу, снизу до верху. Вот так идет все такой монолит дружбы и единства. Так что дай Бог, чтобы она всегда была, и никто не мог ее разрушить. Желаю всем помощи Божией, внесения предстоящего Великого Поста, понимая, что этот пост дан нам для того, чтобы мы могли бы преобразить свою душу, осознать свои недостатки и помолиться постом и молитвой, чтобы эти наши недостатки были бы уврачеваны благодатью всемогущего Бога, Христа и Спасителя нашего. Спасибо, Владыка. Уважаемые союзники, это была программа «Архипастырь» с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополитчьего округа, постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда. Oh,